О проведении единого дня диспансеризации жители узнали из разных источников. Возможностью за один день проверить свое здоровье воспользовались многие. Хотим пройти всех врачей, потому что в силу занятости, конечно, не имеем возможности ходить по врачам, сидеть в очередях, будни, да, но неудобно, как бы, и вообще сил нет и желания. Вот если бы администрация не позаботилась о нас, мне кажется, я бы, наверное, не дошла бы до врачей, но это 100%. Диспансеризация проходила во второй районной больнице и Одинцовской ЦРБ. Были организованы зеленые коридоры, чтобы люди максимально быстро прошли всех специалистов. Я пришел, собственно, мне все рассказали, весь алгоритм действий, заполнил анкету, пришел, тут приняли по-нормально. То есть, как бы, совершенно времени не теряю. Удобно, удобно. Сегодня на базе Центральной районной больницы, первой поликлиники, проходит единый день диспансеризации. Население очень активно в нем участвует. Много людей посетило врачей. Такие же дни диспансеризации будут проводиться каждую субботу до конца года. Поэтому всех жителей Одинцовского района мы ждем на диспансеризацию. На всем маршруте пациентов встречали приветливые врачи, которые старались сделать исследование максимально комфортным, а самое главное – уделить каждому внимание и заботу, дать профессиональную консультацию. Ну, надо же знать состояние своего здоровья. Очень положительно отношусь к диспансеризации. И хорошо, что вот можно сразу пройти всех врачей. У тех врачей, которые я была, они настолько внимательны, настолько тактичны. Я очень благодарна и врачам, которые сегодня меня смотрели, и тем, кто организовал диспансеризацию. От всей души я благодарна и говорю за всех, кто здесь был. Проходить диспансеризацию в выходной день для многих удобно. Так, например, учителя и воспитатели специально воспользовались субботой, чтобы пройти всех врачей в один день. Участие в этой программе для нас это большой плюс. И вот сегодня наш коллектив проходил диспансеризацию и на протяжении уже нескольких дней проходит. И считаю, что она нужна, потому что не просто результат обследования, все провели, и на этом закончилось. А то, что потом проходит полноценное лечение. В этом году диспансеризацию может пройти каждый. Главное, чтобы его возраст делился на 3. Берите с собой паспорт, полис, ОМС и приходите в поликлинику. Каждую субботу до конца года можно будет пройти всех врачей. Убедитесь, что вы здоровы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».